Игоря Барбаша склад усиливает стенки. Что тут делаете? Железяками усиливаете? Ну мы усилили. Зашиваем, значит, рельсы эти. Да. Ну правильно, чтобы не выдавило. Это Виталий Калиников тут работает. Эти старые доски касались земли, все сгнили. Ну, сейчас ставят на место там, потому что с той стороны гофрированная жесть поддерживает, а столбы вот выдавливает, и поэтому усилили их. Это тоже что-то столб поврежден на рельсе. А это не рельсы, рельсы это вот. Из двух железяк сварено. Железяка, да. И дальше тоже отрывать будет или нет? Да. Ну, сейчас эту зашьем и дальше так же. Хорошая работа. Это бетономешалка у них? Да, они еще решили усилить, как сказать. Она что? Ну вот, яма, когда... Еще не закап, не закопано. Бетонировать туда будут? Да, бетонировать еще. Понятно. Помоги, Господи. Аллилуйя. Один-то ничего? Тебе хорошо? Ну, нормально. 504 квадратных метра, я его замерял. Вдвоем, конечно, я веселее, но никого нету. Все, наверное... Сено косит. Я ушел оттуда. Это рядом тут озеро. Деревья, березы, все сохнет. А почему? Вода поднялась. Батюшка пол огорода не мог нынче. А там поднялась вода, и Игорь половина поля бросил. Вот положительно, что мы подняли уровень воды. И в то же время неприятности. И вот везде гнезда. Я посчитал 88 гнезд ласточинных. Ну, ты считаешь. Пара ласточек 88. А может и 90. Считай 180. Да 8,5. По 5 штук. Еще 400. Почти 500 ласточек может у него здесь быть. А сейчас не видно. Вылетели уже, видать. Вот они где. По порядку показываю. Раз. Следующие. Вот они. И на одном только это. Я специально прошел и посчитал. Ну, видать, еще кое-где парят. Ласточки летают. Греются на солнце. 3 августа уже. Ну, вот так. Видите, как упирается. А что у него здесь? Сейчас посмотрим. Доски сороковка. Вот сколько. Приехал с нуля, еще не было. Вот здесь заезжает, у него покупает, грузит. Это ячмень, похоже. Нет, горох. Горох. Горох это у него. Это можно сколько жить здесь. Вот на тот случай, если еще случится, фермер с голоду не помрет. Это зерноочистительная машина. Тут, конечно, асфальт неровный. Ну, главное, это асфальт, это чтобы снизу не было воды, влаги. Вот оно так и получилось. Сколько лет и влага держится.
Поехать надо. Это я топор сейчас пытаюсь. Володя как-то легко делает, а я не очень. Вот сейчас к выходу еду. Вот куча, куча, метра три высотой. Это Виталий рубил. Колол. Не рубил. Храм мимо проезжаю. Елена Анатольевна заехать надо.